Школа «Актива» – форум для учащихся, проходящий в Ленинском городском округе впервые. Лекции, тренинги и мероприятия, посвященные подготовке к активной общественной жизни – ключ к успешному развитию молодежи. Форум будет проходить сегодня и завтра, 2 дня. Он является образовательным. Приглашены максимально компетентные спикеры, которые будут делиться своим опытом и отвечать также на вопросы, которые будут возникать у ребят. На нем будут представлены несколько направлений. Это организаторская деятельность, как правильно организовать мероприятие, чтобы ничего не упустить и чтобы оно получилось качественным. Лидерство и эффективное общение, направленное на то, как поставить себя в коллективе. Развитие подрастающего поколения – одна из приоритетных задач властей. В организации проведения мероприятия поддержку оказала администрация Ленинского городского округа. Сегодня нам в организации мероприятия помогает молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа, молодая гвардия «Единой России» Ленинского городского округа и торгово-промышленная палата. С начала года в организацию движения первых вступило более 500 молодых людей, и это вполне естественно. Каждый хочет реализоваться и найти себе дело жизни. Было большое желание помочь, как-то быть небезучастной в жизни нашего Ленинского округа, в жизни наших школ, в жизни других людей, то есть желание помочь как-то и быть активным, потому что желание есть, как-то привлечь своих друзей. В общем, мне очень нравится. Я хочу все посещать. Я не смотрю там прямо, что происходит. Это пока вот, если говорят, то, что есть какое-то мероприятие, значит, я там буду. Делать максимум, который я могу, и развиваться самому, помогать развивать организацию. Каждый, кто хочет стать частью движения первых, может сделать это за пару кликов на сайте. Там же можно записаться на различные мероприятия, организованные объединением. В это движение, чтобы попасть, нужно зарегистрироваться на сайте «Будь в движении РФ» и принимать участие в проектах движения. Вот, через сайт регистрируюсь на каждую активность. В завершении встречи ребята поделились впечатлениями о своем участии, отметив, что подобные мероприятия надо проводить чаще ради сплочения школьных коллективов и для обмена опытом. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.